Почтить память Дмитрия Житкова и принять участие в «Мастерс» на Борскую землю приехало 135 борцов-ветеранов, представлявших 36 регионов России. К слову, на ковре в эти дни выступали даже борцы из Южно-Сахалинска и Новосибирска. Гордость за сына, что его не забывают. Очень тяжело, конечно, но гордость есть, что он у нас такой был. Борская спортивная элита в эти два дня схваток принимала не только россиян, но и борцов Казахстана и Беларуси. И в ходе великолепных греко-римских схваток в общем командном зачете Нижегородская область заняла первое место. Считаю, что это один из немногих видов спорта. Ну, не хочу обидеть другие, конечно, виды спорта. Ну, считаю лично я, что это настоящий мужской вид спорта, который развивает, естественно, там, физическую силу, также духовную какую-то силу. Характер. Почему выиграли нижегородцы? Так как борцовский мемориал проводился на нашей земле, поэтому количество участников было сравнительно больше, чем у других регионов, что и помогло завоевать кубок турнира. Многие ветераны-борцы изъявили желание побороться, поэтому приезжали даже из Кулебак, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Я уверен, что в дальнейшем такие турниры только будут набирать популярность. Поэтому это действительно для нас это спортивный праздник. Очень понравилось. Следом за Нижегородской областью расположилась Республика Мордовия и Республика Башкортостан. Такие встречи дали возможность не только помериться силами, но и пообщаться с друзьями из разных городов. После двух дней турнира расставаться не хотелось никому. Договорились о встрече через год здесь же, на Борской спортивной Мекке борьбы. Владимир Смирнов, Наталья Лисова. Время новостей.